Дорогие друзья, на сайте Российского театра рано утром появилась страшная новость. Директор театра сообщает о том, что сегодня рано утром прямо из театра на карете скорой помощи в больницу был госпитализирован великий российский актер театра и кино Сергей Безруков. Ему оставалось несколько минут до выхода на сцене, где он должен был выступить в большом спектакле. Ему стало плохо, и он потерял сознание. Коллеги, которые находились рядом, не смогли, к сожалению, привести его в чувство, и пришлось вызывать скорую помощь. В какой больнице он сейчас находится и в каком состоянии, пока никто не знает. Сейчас мы выясняем подробности, и уже завтра рано утром расскажем вам об этом, друзья, на нашем канале, в нашем новом выпуске.